Я не пойму, там этот хромающий негроид, этот, который тут работает этим, блядь, ёбаным охранником. Он до меня что, клеится, что ли? Ты тинейджер? Это клиент в библиотеке будет что-то охранником? Он говорит, нет. Я такого, блядь. Он скажет, а нехуй парик носить тогда не будет. Ты тварь, ты работаешь здесь уже в библиотеке, тут по стилю, по окраске волос, книги. Ну-ка, для пацанов, для людишок, давай, уёбывай отсюда с этой библиотеки, с Северной Америки, и вовсе не Гера.